Дорогие друзья, всем привет! Midnight Loft Online, как обычно, как штык, появляется в вашем ночном эфире, врывается в вашу жизнь. Мы продолжаем наши диалоги. Сегодня у нас замечательный гость, это Александр Шляхов, ведущий проекта «Большая музыка для маленьких», редактор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Это замечательный мой друг, друг проекта «Лофт Филармония», человек, с которым нам довелось общаться много, много генерировать каких-то сумасшедших иной раз идей. Человек, который неоднократно был на моем проекте, который знает многие печали и радости моего начинания. И очень здорово, что мы можем продолжить, немножко расширить наш круг общения и показать не только музыкантов-участников, но и музыкантов, которые как бы всецело погружены и вовлечены в процесс моего проекта. Ну, тем у нас общих более чем достаточно. Сегодня, я думаю, что будет очень интересный эфир, потому что есть некоторые сферы деятельности в музыке, которые по-прежнему мы еще не рассматривали, причем как в реальности, так и для онлайн-форматов. Поэтому вы, дорогие друзья, усаживайтесь и как-то укладывайтесь поудобнее, наливайте чашку хорошего чая. Вот я, например, сегодня выбрала для этого эфира свой любимый чай, черный чай с чабрецом. Вот, и вот буквально через несколько минут наш замечательный гость присоединится к нам. Вот я уже вижу запрос, и для того, чтобы вас не томить, я на этот запрос незамедлительно отвечаю. Привет. Привет всем, кто не спит в этот прекрасный полуночный момент. Да, я тебя приветствую какой-то в новом своем формате, в Midnight Loft Online, в нашей импровизированной студии, которая очень напоминает программу «Окна». Но я надеюсь, что напоминает только внешним видом, но никак не содержанием. Хотя, конечно... Подожди, Дмитрия Нагиева же надо еще для этих вообще моментов. Ну, у нас тут не то Дмитрий Нагиев, не то Познер, не то еще не Познер. Тут как бы у нас много имен, много ипостасей. Отлично. Слушай, вообще на самом деле я хочу тебе сказать, что это практически мой дебют, и я впервые оказываюсь в таком формате, и меня уже звали неоднократно, но я как-то не соглашался. Вот как бы так, в таком вот полноценном, полноформатном это ты, Алиса, да, первопроходец. Так что... Ой, ну мне очень-очень-очень лестно, на самом деле, очень приятно стать первой для тебя в таком формате. В таком формате. Знаешь, удивительно, что сейчас так много всего, так сказать, захлопнулось, но все-таки опция общения и общения такого, ну, целенаправленного, да, профессионального, душевного одновременно, это большая удача. И я не знаю, если ты видел краем глаза наши предыдущие эфиры, у нас тут очень много интересного поднимается, так сказать, из закромов музыкантских. Mm-hmm. Поднимаем интересные темы, вообще пытаемся такой генерировать брейнсторминг на тему сегодняшних реалий, в которые мы все, так сказать, благополучно попали. Mm-hmm. Вот. Ну и, в принципе, музыкантской жизни. Но давай начнем с общего, самого главного, на самом деле. Как ты поживаешь? Как твои дела? Как твоя самоизоляция? На самом деле, ты знаешь, Алиса, сегодня, наверное, какой-то день X наступил в тот момент, когда я вдруг начал осознавать то, что все действительно немножечко приостановилось. Если не приостановилось, то на какую-то паузу поставилось. До этого у меня организма и сил и резервов хватало на то, чтобы очень классно и позитивно мыслить и рассуждать, и спорт меня спасал, и кофе, литры... Нет, не кофе, я кофе не пью, но как бы такой, знаешь, рафинированный получился человек. Вот, но сегодня вдруг что-то начало постепенно в голове происходить, и, наверное, все эти тяготы изоляции, я постепенно подключаюсь к таким вещам, которые все люди разделяют между собой. Не знаю, сегодня я выходил гулять, и на улице висит что-то. Вот это вот ощущение странное, непонятное, ощущение того, что уже как будто бы никогда не будет так, как было раньше. И, с другой стороны, предвкушение того, что, наверное, будет еще лучше, но этого мы наверняка точно не можем знать. Вот. Как бы, а момент такой, что, в принципе, получается спасаться спортом, музыкой и чтением, и спорт прежде всего важен для того, чтобы не заплыть, и
это единственная такая сдерживающая сила. То есть, если есть, то надо есть со спортом, потому что движения действительно мало становится, и этот момент помогает не закисать организму, потому что мы окисляемся, когда мы не двигаемся. Это ну, это правда, факт. Да. Ты зашел с козырей, ты как бы сразу ответил на добрый десяток моих последующих вопросов, поэтому я сразу это все вычеркиваю. Вот, нет, на самом деле, Саш, вот мне интересно начать с главного. Сейчас многие музыканты, ну, как ты знаешь, лишены работы. У тебя такой ситуации, благо, нет. Вот, и мне интересно понять, как устроена сейчас вот как бы твоя работа? То есть в онлайне ведь многие вещи, благо, возможны. Как ты с этим справляешься? Как справляется с этим консерватория? Что поменялось? Слушай, что ну смотри, на самом деле ситуация непростая действительно в том плане, что у нас на какую-то самоокупаемость перевелись службы консерватории и профессорско-преподавательский состав, насколько я последний раз слышал. То есть они их оценивают по эффективности, по тому количеству часов, которые они в онлайне тратят на обучение со своими студентами. Да? То есть, представляешь, наши многоуважаемые 80-летние и старшие люди сидят, выходят в Microsoft Teams или там по Skype они занимаются, и, соответственно, ну, как бы они в такие не очень выгодные условия поставлены. И пострадали, насколько я помню, службы, которые никак не связаны с концертной деятельностью. Ну, там тоже такие есть, там, типа, господи, какие-то, типа, электрики, сантехники, вот эти вот, знаешь, наши... Не, ну, понятно, которые работают в реальности, да? Да, 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 которые прям онлайн-онлайн люди и все. Что касается нашей сферы деятельности, я как редактор, выполняя по-прежнему свою работу, у нас предстоит конкурс Мисковского. Кстати, онлайн он будет в композиторов проходить в мае, пока там разрабатывается стратегия, как это все будет выглядеть. Но у нас будет буклет, я как редактор буду делать буклет, учитывать ошибки, составлять все, но он будет онлайн. То есть мы ты в этом, конечно, профи абсолютно, потому что, ну, как бы твоя редакторская деятельность, ну, я как никто, я не просто наслышана, я видела, как это происходит, это прямо на моих глазах, да, то есть в моей же программке я расскажу аудитории, расскажу культурному центру ЗИЛ, конечно, коллегам, вот, что, в общем, когда эта программка попалась не просто в руки посетителям, как бы не просто мне, потому что она была там уже сотая, а человеку, у которого глаз орлиный просто на эту тему, мы там, в общем, да, были некоторые нюансы, очень важные замечания, которые частично были переработаны, ну, то есть благодаря тебе, благодаря твоему профессионализму, твоему свежему подходу, многое в этой структуре, ну, скажем так, было несколько сглажено, мы кое-что поменяли, это было ценно. И вот, ты знаешь, интересно, что редакторская деятельность, получается, вот одна из опций, да, вообще, ну, жизнедеятельности музыковеда после окончания консерватории, ну, одна из, да, таких направлений. А вот скажи, пожалуйста, Саш, вот мне всю жизнь интересно, как ты считаешь, почему музыковеды, ну вот я заметила, как-то вот искренне избегают сферы менеджмента и сферы написания критических статей? Просто почему меня это волнует? Потому что и там у нас полный, ну, практически бекар. Да. Вот, ну, это вообще большая проблема. Я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле это связано с тем, что люди, которые идут на историко-теоретический факультет, на музыковедение, это обычно такие интровертированные личности очень часто оказываются. В большинстве своем это такие интроверты, которым очень нравится закапываться за книгами и сидеть, учить. Им нравится учиться, но не создавать что-то, не действовать. Вот ты про это. Ты конфликт, знаешь, тут теории и практики. Ну вот историко-теоретический факультет что-то хотел от этих бедных теоретиков. Они иногда голову не успевают помыть, Алис. У тебя все в порядке с головой, как бы она помыта, да? Я сегодня подготовился к эфиру, Алиса. На секундочку. Ты полностью противоречишь тому, что ты говоришь. Подожди, давай начнем с главного. Саша, ты точно музыковед? С этим были всегда проблемы у меня. Ну, как бы меня никогда не принимали за музыковед, потому что я всегда весело проводил время с народниками, духовиками. В колледже еще это было всегда такие классные ребята, компании. Ну, как бы я там в основном тусовался со своими, я не тусил почти что. Как бы, и чувствовал себя поэтому белой вороной.
Нет, мы знаем, что Саша уникальный. Саша — это вообще просто на вес золота. Так, ну, понимаешь, с тобой это в том-то и дело, что я смеюсь, с тобой все так. С тобой все так, и очень не хватает как бы вот такого экстравертного, да, в известной степени подхода к этим дисциплинам, потому что мне кажется, что вот смотри, мы в онлайнах часто затрагиваем тему, что сейчас многие именно музыканты, ну, практически все остались без куска хлеба, без работы, на зарплатах там в оркестре, да, ну, это какая-то своя история. Я говорю о солистах, я говорю об ансамблистах. Вот, у музыковедов нет такой ситуации, но, тем не менее, все равно многие сидят, ну, и в студенческом звене, ну, как бы, понятно это, и постарше люди, и, в общем, ну, как-то не могут найти себе применение. Вот у меня родилось буквально перед нашим эфиром, ну, не то что решение, а предложение. Вот мне интересно, как ты к этому отнесешься. Вот ты, будучи редактором, человеком, который перечитывает в день, ну, я даже затрудняюсь сказать, какие километры, килограммы. Много, да, читал и читаю. Да. Смотри, никогда случайно вот тебе не приходило в голову или там было ли у тебя желание создать какой-то, ну вот, музыкальный, например, портал, издание, да, если говорить о реальности? Ведь опыта много, много интересных музыкантов, которые, ну, наверное, тебе нравятся. Вот именно в сфере классической музыки. Потому что, Саш, ну вот, давай откровенно. Те порталы, которые существуют, они достаточно общие. Там слушай, мало конкретики. Ты со всеми порталами знакома или нет? Ну, с большинством. Ну, давай Стравинский назовем. Онлайн. Да, это, кстати, инициатива Тарнопольского. Там, да, да, Тарнопольского. Да. Это очень, ну, хороший портал. Я считаю, ремьюзик еще. Да. Ну, кстати говоря, что-то совсем не на поверхности. Я слышала о них, я даже, может быть, заходила на этот портал, но это что-то совсем маленькое, маленькие такие коммуны. А вот от тебя инициатива, как от старшего товарища, потому что, ну, Влад даже, он же младше чуть. Чуть Нет, моего стоп, мы... поколения. Алиса, Влад мой однокурсник, мы же учились с ним вот на одном курсе. Да, мы закончили в один год, в 2014. А мы заканчивали с ним аспирантуру почему-то. Потому вместе. Что я не пошел в аспирантуру, а он брал еще академ, он дописывал диссертацию. А, теперь у меня все сошлось. Короче, мы все однокурсники, я что-то тут начинаю гнать. Ну ладно. Алисочка, мы все однокурсники, это правда, и более того, мы все жили на одном этаже, ну, кроме Влада, потому что он не нуждался в этом... В этом заведении, да, для бедных и несчастных студентов. На самом деле, Алис, такая история сейчас связана с тем, что что-то уникальное создавать можно тогда, когда есть уникальный контент. У нас уникальным контентом Москва, вот по моему очень скромному мнению, Алис, ну это только один из твоих проектов, один твой проект, это твоему проекту, значит, надо будет посвящать полностью портал. Классно. Я думаю, что в будущем у тебя, когда ты будешь расширяться, это как вариант возможен будет, когда ты будешь лофты всего мира. Ну, я вот тебе намекаю, я бы хотела в своих рядах все-таки проектных видеть человека, так сказать, настолько подкованного, который прошел много в этой жизни, уже редактор, так сказать, написал. И ты такая ужасная вещь, наверное, начинает проявляться к своим, я не знаю, 31 году, это не так уж и много, появляется какой-то такой профессиональный цинизм, когда ты видишь, что исполняют одни и те же произведения, одни и те же афиши висят, одни и те же лица, одни и те же люди из зала в зал переходят, и ты слушаешь, что вот это четыре великих сонаты, здесь какие-то сонаты. Во-первых, кто дал кому какое право называть сонаты чьи-то великими, а другие не называть великими? Вот Это эти другие названия. Теоретики сделали, спокойно. Это ужасно, Алиса. Это вот тот самый момент, который мне никогда не нравился в этом историко-теоретическом крыле, когда почему-то они на себя такую функцию возложили, боженик, которые решают, что великое, что невеликое, и таким образом они управляют вообще мнением большинства и людей, которые не подкованные. На самом деле, это же большая была проблема в советском музыкознании, потому что все, что было зарубежное и созданное, там, взять даже, я не знаю, начиная с Дебюсси, Равеля, Онегера, вот этих композиторов, их всех называли, как бы, камон, ребята, это вообще не надо слушать, нельзя даже к этому притрагиваться. Были такие статьи, что это все выкидыши буржуазии и прочее. Ну, там прям первые были такие. И имен нету. Ты слушай, знаешь, ну просто мне вот интересно, а вот у тебя не возникало, допустим, ну просто, да, вот тоже в порядке бреда, в порядке фантазии, но вот даже когда ты был в лофте,
Ну, вот ты говоришь, что все время один и тот же контент. У нас этой проблемы, ну, плюс-минус, ее просто не существует. Имена... У тебя все время новые программы. Да, ты просто когда ты приходил, я даже думала, да, о том, что, а вот, может быть, ты как-то тебе захочется, появится вот это вот желание написать, ну, какую-то, может быть, даже краткую, да, может быть, такую, ну, я не знаю, там, эссе, не эссе, но вот именно статью. Лиса, у тебя уже появилось интервью в трибуне молодого журналиста, вот в апреле выйдет скоро. Ну, это на самом деле, ты знаешь, кстати говоря, я хочу похвалить студентов, это четвертое будет мое интервью, 3 статьи, вот это, получается, 3-я о лофте, а всего их было 4, еще одна была, их даже было 5, 2 было про метроконцерт-арт, то есть про 2 иммерсивных формата в Доме музыки. Студенты молодцы, потому что они проявляют инициативу, и, казалось бы, да, ну что можно писать как бы об одном и том же проекте, все-таки концепт, он более или менее остается, но в динамике, да, многое меняется, там прирастают солисты, как бы, как мы... Ну вот, и ты, у тебя соло-лофт появился, ты об этом сейчас тоже заявила. И здорово, что... Я даже не знала, что ты будешь редактировать эту статью. Как же было приятно обнаружить на днях, как-то в родных руках. Да, но я очень дотошный в этом плане. Я, конечно же, начал цепляться к оформлению. Все, я сразу спросил у тебя напрямую, как это оформляется. Это с хэштегом Solo Loft. И это твое ноу-хау. И там, естественно, очень много было других ляпов. Ребята, читайте эту статью, там просто вычетка. Сейчас ты нарекламируешь, и там раз, и дизайнер что-нибудь не внес. Там такое у нас бывает иногда. Где-то возникает, упс, ошибочка, или как-то в лучших традициях Windows окон, такие вещи. Ну, и сейчас, надеюсь, все в порядке будет. На самом деле, просто вот такая очень странная проблема существует даже вот здесь у нас, взять в Москве, возвращаясь к твоему вопросу, да, про что писать, о чем писать. Настолько культурная жизнь Москвы перенасыщена, и настолько она перенасыщена какой-то одинаково однородной истории, что все, что уникальное, что-то очень классное и требующее действительно внимания, оно тонет вот в этом вот гомогенизированной такой массе, начал уже теоретически спустя полночь примешивать словечки, что зря учился, что ли, на теоретическом факультете, нет, да? Нет, не зря, на самом деле, настолько не зря, что следующий мой вопрос сейчас всех повергнет в шок. Ну, с этим все понятно, Саш, мы поняли, что как бы в профессиональной базе тут как бы равных нет, а вот дальше, вот есть у тебя такое замечательное хобби, о котором я узнала тоже уже какое-то время назад, но сейчас время креатива, время пробовать нечто свежее. Да. Вот скажи, мы еще не обсуждали здесь такую опцию, как саунд-дизайн. Немногие, наверное, знают, но это твой просто конек, твоя мечта. Вот как сейчас? Во-первых, расскажи, что это? Ну, потому что многих музыкантов, на самом деле, может быть, это сколыхнет и заставит попробовать тоже. Что это такое? Это на самом деле интересная штука. Мы с тобой еще как-то на эту тему заговорили, когда работали вместе нам известной. Нам известно вместе. Да, окей, не будем говорить где. Ну, в общем, на самом деле, это такая очень обычная вещь, саунд-дизайн, то есть создание звуковой среды какого-то пространства. То есть, когда люди, композиторы, не композиторы, в основном это не композиторы, занимаются этим с помощью каких-то средств электронных, доступных им, там, различных секвенсоров, примочек, MIDI, клавиатур, программ и прочих вещей, они работают над моделированием и созданием чего-то уникального, что могло бы характеризовать данную, там, я не знаю, постановку, или это арт-пространство, или это лофт, или это выставка, или просто для того, чтобы человек на абсолютно интуитивном уровне, приходя в это пространство, четко ассоциировал это место вот с этим звуком. Маркетологи уже давным-давно всю работу за людей проделали. Они выяснили, что у человека очень сильно коррелируется то, где он находится, с тем, что он услышал, и что у него еще на запах попадает. Может быть, ты даже замечал в торговых центрах очень часто, когда ты заходишь в какой-то корнер или в помещение какого-то бутика, играет музыка определенная. Если это очень дорогой бутик, то там еще определенный запах. Ну и, соответственно, все это у тебя складывает определенную картинку. Саунд-дизайнеры в этом случае, они такие как бы воины, которые помогают сделать очень качественное, монолитное что-то. Проект даже не хочется называть, это, ну, в общем, какое-то детище, которое бы потом жило или, ну, какой определенный срок бы имело. То есть это часть маркетинговой стратегии. Можно сказать, что это какое-то некое продолжение того, что начал когда-то Эрик Сати, да, в своей меблировочной музыке, да? Абсолютно, абсолютно. Он папа этого.
Вот, то есть получается, это современная нота, как бы современное веяние в меблировочной музыке уже в 21 веке, плюс это как часть маркетинговой стратегии с учетом мерчендайзинга, когда расставляют определенным образом, там, ну, я просто поясню аудитории, определенным образом расставлены продукты так, чтобы человек брал, ну, на каком-то интуитивном уровне, под это дело та самая музыка звучит, как бы образуя определенное пространство-атмосферу, плюс определенный аромат, да? Конечно. Когда вы заходите, вы чувствуете запах этого нового, вы уже хотите купить, вы даже еще не знаете, что, но вам уже хочется. То есть они воздействуют на нас, на все наши рецепторы, на все наши органы чувств, на все пять, и даже на шестое чувство. Ну, я, да, Алиса, ты знаешь, ну, как бы это одна из их, одна из таких вещей, которые они действительно осуществляют, и также они в кино работают, саунд-дизайнеры еще работают, ну, как бы как композиторы они создают. А, подожди, а вот, допустим, саунд-дизайн можно считать как опцию для онлайн-игр? Сейчас там модная тема? Да, конечно, да, это абсолютно, это прям так и называется, саунд-гейминг, и это такое прям сейчас очень сильно развивающееся направление, очень интересное, и ты знаешь, вот возвращаясь к тому вопросу, который ты задала, что многие музыканты сейчас, что им делать, очень много сейчас курсов есть по этому поводу, и я один из таких курсов сейчас, ну, не по саунд-дизайну непосредственно, я программу начал осваивать, Ableton, есть курсы, которые досконально там в каком-то количестве уроков разбираются, и ты с педагогом, делая задание на компе, отправляешь ему, тебе дают обратную связь, фидбэк, и там ты защищаешь проект, и ты потом дальше можешь уже непосредственно сотрудничать и чего ты захочешь если делать. Но У другой меня несколько момент... вопросов в связи Давай, с этим. давай. Кто эти коучи? Получает ли человек сертификат на выходе? Какой ему нужен для этого софт? И какая ему нужна минимальная база? То есть давай так, по минималкам, потому что музыканты сидят взаперти. Вот Да, что да. Надо? Ну, слушай, ты знаешь, все то, что, в принципе, у музыкантов и есть. Ноутбук есть у многих у нас, да, кто-то с планшетом. Я тебе могу одну большую простую вещь сказать, что даже достаточно иногда будет телефоны, вот кто, особенно, ну, не знаю, у кого айфоны есть или у кого на Android устанавливаются программки, в которых можно также сидеть, сочинять и что угодно можно озвучивать. Сейчас до такой степени прогресс... до чего дошел прогресс, до невиданных чудес, до невиданных небес, да, по-моему, опустился там на глубины, поднялся до небес, вот, и нужен ноутбук хороший, нужно программное обеспечение, это непосредственно программа, через которую ты раздаешь команды, потому что ты знаешь, что в ноутбуке все в цифровом виде, в виде единичек и нулей существует, звук у нас 1-0, Алиса, сейчас такая, один и ноль у меня Нет, в глазах. подожди, это двоичная система, по-моему, Да, кажется, абсолютно, называется. абсолютно. Видишь, не Тоже... надо вот меня недооценивать. Я... Вот, отлично, видишь, все-таки твои навыки арт-менеджмента не прошли даром. Ну, у меня Нет, все. Вообще навыки физмата были в моей жизни, тут у меня уже раз... Поэтому да, Саш, я подозреваю, тогда что ты такое все двоичная. Понимаешь, да. В принципе, по идее, еще нужна аудиокарта и хорошие либо наушники для того, чтобы мониторить то, что ты создаешь, да, что ты слышишь, либо мониторы, которые непосредственно как колонки такие профессиональные. Все это, в принципе, очень может недорого стоить, если человек на начальном этапе хочет обучиться, начать понимать и... Отвечая на твой следующий вопрос по поводу, кто коучи. Коучи – это непосредственно действующие саунд-дизайнеры. Есть такая, я не знаю, у нас можно говорить про то, какие платформы существуют, где можно обучаться? Да, конечно, просто, знаешь, сейчас еще вдогонку просто такой микро-вопрос, то есть какие-то сейчас существуют вебинары, и вот, скажи, музыкантам, которые, ну, академический музыкант, вот эти вот навыки, знания нашей академической музыки, они Конечно, помогают или они не конечно. Абсолютно точно. Это помогают? козырь, потому что ты знаешь музыкальную грамоту, потому что многие курсы рассчитаны на тех людей, у которых вообще нету музыкального никакого образования. То есть там прям учат сначала про ноты, элементарную теорию они банально проходят каким-то модулем, и ты за него платишь, получается. Здесь у наших ребят огромное преимущество, потому что они, извините меня, проходят у Катунян гармонию, пианисты, да, многие проходят эти журналы. У Абызовой в ЦМШ, да. Елена Николаевна, кысанька моя. Ну, то есть такие жернова, ты знаешь, когда уже ты, в принципе, понимаешь, что ты здесь не пропадешь. Тут самое важное, знаешь, как бы тут не совсем про то, как это красиво бы звучало, это про техничность исполнения. Саунд-дизайн — это все-таки в первую очередь то, как ты можешь пользоваться всеми крутилками, вертелками, различными осцилляторами, фильтрами, эффектами, как ты умеешь их маршрутизировать, назначать. Там в саунд-дизайне иногда достаточно одного звука,
который может просто звучать, как такая педаль висящая, и вот что-то с ним делать, обрабатывать его в реальном времени. Очень много композиторов очень крутых, которые прямо вот с этим работают. Я тебе и рассказывал, по-моему, Рюичи Сакамото, вот, например, японский композитор, оскароносный, который к «Выжившему» написал музыку. Он как поп-композитор начинал, потом серьезные произведения также имеет в своем багаже. Мы отклонились от твоего вопроса. Значит, что там? Нет, ты продолжай, очень интересно, на самом деле, потому что чувствуется, что в этой теме подкован. Так ты сейчас на самоизоляции проходишь какие-то курсы? Я стараюсь, я занимаюсь. Ты знаешь, на самом деле, тут недавно такой на глаза попался мемчик по поводу того, что типа вы кляли, ну, как бы ругались то, что вам недостаточно времени для того, чтобы заниматься своим любимым делом. Теперь на самоизоляцию у вас более чем предостаточно времени. Алиса, действительно, это факт. На самоизоляции главным врагом являешься ты сам. Твоя лень, твоя какая-то способность прокрастинировать или не прокрастинировать. Ну, то есть, чем она ужасна, ты сталкиваешься действительно сам с собой, и это начинает тебя где-то подтормаживать. Но чем она прекрасна, действительно, вот это количество времени, которое мы уже не тратим, например, даже если мы работаем дома, но мы на дорогу много времени тратим. У нас в зоне доступа кухни, где мы можем пообедать и сделать себе еду, то есть не отлучаться. То есть мы не тратим так много времени, как мы делали бы это в обычное офисное рабочее как бы время. И, соответственно, ты больше предоставлен себе. И тут кроется главное, такое, главный враг. Ты так это грустно рассказал, что, знаешь, да. Что вспоминается мем, потому когда, типа, холодильник открываешь, да, и там написано просто «закрой», тебе просто скучно, да? Да-да, наподобие того. Но ты знаешь, действительно, это очень хороший момент для самоорганизованных людей. Те, которые понимают прекрасно, что у них, ну, как пианисты, да, садятся там с 8 до 10, буду заниматься. Потом я сделаю перерыв, потом еще 3 часа, потом 5 перерывов. И так они весь день делят. Теоретиков такого не было изначально. Теоретики сидели сначала на лекциях, а потом до ночи сидели с книжками, не разгибая свои спины, шеи. И они в этом плане, конечно, научены делать муторную работу, но это не совсем такая творческая история. А тут вот эти курсы непосредственно по саунд-дизайну, там очень многое связано с какими-то творческими вещами. И вот в самоизоляции черпать вдохновение приходится из откуда? Из самого себя только. Человек остается сам собой. Это такой большой вопрос вообще, а что у тебя там, чтобы ты мог черпать? Ты вселенная или ты, я не знаю, или ты ложка чайная, которая, из которой ничего, ну, как бы выпьешь, и все, глотка даже не хватит. То есть это как бы на этот вопрос может каждый сам для себя ответить, но в любом случае это такая вещь, которая для музыканта, как бы вот эти курсы онлайн, я говорю сейчас, они важны для того, чтобы расширять свой кругозор. Даже глядя из своего окна на ту улицу, которую он видит каждый день, можно расширять свой кругозор, вот, ну, погружаясь вот в это онлайн-обучение. Это вообще действительно такая интересная вещь, но у нее тоже обратная сторона есть. Я не знаю, сейчас слишком много стало этих онлайн-курсов, этих онлайн-школ. Они настолько борются за твое внимание. В Инстаграм, когда заходишь, ты начинаешь... Это сплошная реклама, да. Да, Алиса. Это просто... Это уму непостижимо, насколько тебя бомбят, и ты жертва, потому что ты, перейдя, там, кликнув по ссылке, ты переходишь, ты должен обязательно как-то среагировать. Маркетологи же не зря разместили эти... Ты так хорошо рассказала, видишь, можно, пожалуйста, ссылочку на курс напишет Василиса. Хорошо, скину. Очень креативная в этом плане, да и вообще, честно говоря, все, кто нас смотрит, ребят, честно, тема очень интересная. Я вот дала диалога с Сашей, потому что, наверное, вот из нашей тусовки, ну, это, наверное, единственный человек, который вот действительно давно просто об этом говорит и с большим-большим интересом и как бы креативно подходит. И мне кажется, что сейчас даже, ну, разве что ленивый вообще не поинтересуется хотя бы, что это за опция такая. Я не говорю, что всем это понравится, всем это подойдет, но это заставит паре тройки софтов разобраться, да, и лишний раз лечить мозги, что сейчас очень полезно, потому что, ну, мы не будем скрывать, что наш формат — это как бы лофт-терапия, знаешь, Саш, а мы как бы сейчас этим и занимаемся, да, то есть ты сказал, что кто-то чайная ложка, а кто-то вся галактика и вселенная. Да, да.
давайте, да, если мы не можем играть концерты, давайте творить немножко под другим углом. Ты знаешь, ведь для многих это сейчас станет ключом к успеху, потому что, знаешь, мы очень много всего обсудили в онлайне. Вот, кстати, вдогонку к тому, что ты заметил в Инстаграме, и я тоже заметила, что одна сплошная реклама онлайн-школ. Ну, хорошо. Коли ты хороший, допустим, там, профессионал, да, исполнитель, и ты давно хотел открыть свою онлайн-школу, совпало на сейчас, да, как бы, ну, твой народ, как бы, твои, там, не знаю, пассажиры найдутся. Но сейчас это практически делает каждый. Это не выход. Кто-то начал, ну, интересуется видеоконтентом, да, там, созданием лекций, да, подкастами и так далее. Тоже хорошая тема. А вот если копнуть, опять же, шире в сторону твоего любимого саунд-дизайна, да, и вот эти вот каким-то совершенно инновационным опциям, которые в России не развиваются, как бы, да, толком, а за рубежом это очень модно и уже достаточно давно. Вот такая опция, как музыкотерапия, вообще, в принципе, вот если всецело посмотреть, это реальность или это вымысел, это миф? То есть, как бы, сейчас мы находимся на таком отрезке, почему этот вопрос у меня возник? Вот смотри, люди, которые ходят на концерт, они же, в принципе, отрезаны, да? Ну, можно включить YouTube, включить концерт, там, зайти на сайт Берлинской филармонии, Венской оперы и так далее, и так далее. Но нет вот этого контакта. То есть я от всех слышу одно и то же, что вот экран, и ты готов... Алиса, то же самое. Это богема, и вот она уже умирает, но нет. И как бы ты такой сидишь, и ты как будто бы тебя обманули, да? Угу. Вот как сейчас, какой ты дашь, ну не то что совет, рекомендацию и музыкантам, и людям, ну, нашей публике, какую можно придумать для себя опцию в этой музыкотерапии? Смотри, слушай, вообще, кстати, это направление, как бы оно такое из общей шапки возникло, арт-терапия. Я знаю, что оно в странах Скандинавии очень развито, потому что там очень высокий был уровень депрессии и самоубийств среди населения. Я все боялась, что ты это скажешь. Простите, я никого не хотел, никого ни к чему не там... Не... Окей, просто действительно как было, как реакция на что-то. Это реакционное такое направление в, вообще, ну, как бы в психотерапии, потому что это надобность, когда люди могли свои негативные эмоции выражать с помощью там красок на полотнах, выливать, как, знаешь, эти экспрессионисты 50-х годов, там, Поллок типа, да, да, ну, вот то же самое, только это стало доступно обычному человеку, и музыка в том числе. Если честно, это, наверное, имеет какое-то значение для человека, не очень хорошо понимающего вообще, ну, в классической, в академической музыке, то есть не имеющего, может быть, образования или имеющего базовое, минимальное образование, потому что люди профессиональные, вот, например, вот ты человек с консерваторским образованием, с аспирантурой, ты что, ты ежечасно, ежесекундно, я не знаю, что слушаешь, сидишь Моцарта, я не знаю. А вот ты знаешь, у меня вот с этим как раз такая тоже, вот, до онлайна, буквально за пару секунд до выхода, родилась такая игра-интерактив. У нас вот в онлайне все любят, когда я играю с гостями в игры. Ты готов со мной сыграть в игру, Саш? Давай. Вот я тебе докажу, что для нас, для профессионалов, тоже музыкотерапия имеет место быть, даже если ты сам этого не знал за всю свою самоизоляцию, сейчас тебе докажу. Вот смотри, я тебе даю задание. Вот ты представляешь этот период, который, говорят, уже 42 дня изоляции. Я не знаю, верите или нет, но около того. Не читал. Ну, я тоже не читала, но СМИ говорят 42. Ну, пусть будет 42, окей. Значит, ты знаешь огромный пласт музыки, вот просто любой музыки, верно? Ну, классику, да, и, ну, и современные вот еще, конечно. Сконцентрируйся сейчас на классике. Значит, задание такое. Вот этот вот период вируса, да, вот эта вот эпоха, когда мы сидим дома, и как бы типа ничего не происходит. Это же ассоциируется у тебя с какими-то опусами, с конкретными. Ну, то есть какой-то музыкой. Вот я тебе сейчас даю буквально две минутки, так сказать, подумать, переварить. И задание заключается в следующем. Я тебе называю, собственно, четыре наших столпа. Это вот я сейчас буду говорить, а ты скажешь, какая тебе первая ассоциация пришла. А потом я буду говорить. Так будет, наверное, честно. Ну, вот, допустим, хоровая музыка. Господи, почему-то у меня сразу Танеев возник. Я не понимаю, почему. Да? Ты тоже? Танеев сразу почему-то. И он Дамаскин. Давай пять, потому что 100% то же самое. Я не знаю, почему, но сразу в тот день, когда труба вот эта вот всё. Да. Или вот эта вот медленная часть, когда... Вторая, да. Вторая часть, я забыл слова, но там очень красивый такой хорал, мы разбирали его по гармонии. Так, хорошо, подожди, ладно, хорошо, идем. Вот интересно, дальше совпадем или нет? Дальше невозможно просто совпасть. Симфоническая музыка. Mm.
Ну, слушай, ну тут кто во что гораздо. Нет, ну вот для тебя, вот не знаю, первое, что щелкнуло в голове. Понятно, что много чего подходящего. Слушай, симфоническая музыка прям такая, которая мне нравится. Вот я начал думать, сейчас я совру уже, потому что почему-то первое, когда ты сказал про симфоническую музыку, я вспомнил божественную симфонию Скрябина. И я сейчас объясню, почему. Потому что это было первое произведение, которое я в своей жизни вообще услышал в симфоническом исполнении. И вот сейчас, в период изоляции, когда ты не имеешь возможности пойти на концерт, твой мозг начинает тебе подкидывать какие-то ассоциации из прошлого. И вот очень сильная ассоциация у меня связана с этим. Это был первый курс училища музыкального, 18 лет. Представь себе, я впервые в жизни услышал симфонический оркестр. Это был для меня шок. Да, невероятно. Да, это был... Это вот до сих пор помню, как грязно играл этот оркестр, но просто вот эта мощь... Не буду называть, какой оркестр, дабы просто не скомпрометировать. Ну вот, наконец-то музыковед все-таки сделал свое черное дело по отношению к исполнителям. А блин, да? Да, мы сделали вид, что мы просто этого не заметили, как бы мы же культурные люди, а то сейчас начнется баталия. Значит так, Саш, хорошо, я поняла. Это очень странно, он же совсем не симфонист. Ну вот, что-то спросил, я тебе ответил. Я тебе ответил, как вот легло. Хорошо, я тут за честность, это нормально, все нормально. Идем дальше. Камерно-инструментальная музыка. Вот сразу, я сейчас знал, что ты этот вопрос спросишь. Конечно, Брамс, это мой... Брамс. А что именно? Квартеты. Плюс квинтет мне нравится, фортепиано. Прям вот что-то вот он сейчас, я думаю, бы откликнулся. Я бы его даже переслушал. И ты имеешь в виду соль минор? То есть первое, понятно. Ну, кстати, я согласна, поддерживаю. Но у меня почему-то вот в этом жанре, не знаю, то ли я наслушалась, но я слушала недавно. Ты, конечно, ты прошаренная. Нет, я действительно недавно возвращалась к автовым записям, и квинтет Франко у меня вот... Просто... Спросили про тульский оркестр. Нет, молодой человек, не тульский, я не буду говорить. Прости, пожалуйста. Я не тульский, ничего страшного. Да, там сейчас засели Сережа с Яриком, они выходят в онлайн и написать привет. Здравствуйте, ребят, пишите вопрос. Вообще, присоединились бы когда-нибудь в онлайн. Что-то все стесняются. Так, поехали дальше. Ну, наверное, последний такой замыкающий. Ты Франко назвала сейчас, я так понял. Я Франко назвала квинтет, да. Самый такой, самый жирно-дробительный для многих. Да, в симфонической музыке, кстати, я прогуляла, не назвала, хотела назвать, но это тоже в чем-то банально, но пришло не сразу, кстати, почему-то «Песня о земле» Малера. Ну, понятно. У меня тоже сначала Малер возник в голове, потому что он причем очень большой. Причем вообще весь Малер, на самом деле. Он очень большой и необъятный. Да. Такая, знаешь, вселенная, которую не объять. Ну, а камерно-вокальный, кто для тебя? Рахманинов, чего-то романсы его, все его, я не знаю, просто в последний раз, когда на наших программах где-то я слушал, циклами исполняли, и что-то это было прям совсем в сердце. У него вот музыка и голос, это вот куда-то вот туда прям к тебе обращаются, там типа «Ау», или «Они отвечали», или «Здесь хорошо», ну вот. Все это как-то туда. А для меня, как ни странно, вот тоже сейчас будет для всех сюрприз-инфаркт, но это вот если камерно-вокальная музыка с этим периодом, ранние опусы Берга, которые вообще, там ничего о додекафоне, как ты знаешь, нет. Конечно, конечно. Он и поздним творчестве еще додекафониста не превратился. Он такой, знаешь, недообращенный, да, получается, такой был, потому что у него такая тональная была всегда серия, и он ее очень хорошо вуалировал. Это его главное достоинство было. Слушай, да. Я понял, про что ты говоришь, да, действительно. Прям сразу Людмилу Михайловну Кокареву вспомнил, и то, как она... Людмила Михайловна, мы передаем вам привет. Ну, слушай, это ведь здорово, что благодаря и педагогам еще это что-то вспоминается. Это для меня такие яркие были мгновения. Ну да, сразу вспоминается Андрюша Коробейников тоже. Как только ты сказал Кокарева, сразу Андрейка. И Миша сразу туда же. Тут такая цепочка сразу полила. Да, если что, это была не реклама, они нам не платили. Так, еще, значит, такой вопрос. Еще одна последняя игра от меня. Мы легкий интерактив. Вот. Три вещи. Вот сейчас крепко подумай. Которые ты бы изменил или добавил бы в консерваторию? В нашу дважды ордена Ленина. Ну, вот ты как это человек, понимаешь, вот, Саш, я поясню, вот ты пока думай. Вот человек, который закончил, да, вот, который прошел этот курс, в принципе, прошел не кое-как, да, как многие там люди пройдут, а по-честному, то есть набирая этот багаж знаний, да, то есть
что, вот какие, может быть, предметы или какие-то опции, да, ведь почему нам жители не запрещают фантазировать, ничего такого особенного мы не говорим, да. У меня совершенно четко есть представление, как бы могло бы сделать лучше консерватории всем, в том числе и студентам, и консерватория — это же не только вуз, да, учебное заведение, но это и концертная организация, и как здорово было бы, чтобы у нас было свое концертное агентство, которое помогало бы студентам, которые выходят из под крылышка всех профессоров именитых и не очень, и они все в надежде найти что-то в своей жизни, потому что я знаю эти ребята, которые поступают пачками каждый год. Мы с тобой прекрасно знаем, как они переживают и как они хотят быть настоящими артистами, и как они потом вынуждены... Мы это знаем. Да, и как они потом вынуждены оставаться педагогами, хотя понимают, что это не их участь, как они хотели играть, ну, к сожалению, там, по каким-то обстоятельствам. Как они хотели быть педагогами в консерватории, я немножко перебью, но в итоге становятся воспитателями в детском саду, как они хотели. Да, 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 да. Ну, вот как бы вот эта вот мечта быть связанным каким-то образом с консерваторией, либо быть почетным выпускником, и тебя будут в программках печатать, выступает выпускник по Московской консерватории, но ты играешь сольно на какой-то большой сцене, либо ты преподаешь действительно в консерватории, но мы прекрасно знаем, что это очень тяжело попасть. Я за то, чтобы каким-то образом помогать в... Это вот первое. Помогать молодым талантам, чтобы у нас было свое агентство, которое бы ну, как-то было заинтересовано, чтобы не только по России они катались, но там ездили за рубеж на какие-то крутые фестивали. Их огромное количество проводится, но мы не знаем, потому что нет людей специально обученных, которые бы мониторили это. Также я считаю, что нам не хватает маркетингового отдела. Это я сейчас по части концертного. Потому что обязательно нужно... Но это обязательно нужно знать... Мы должны знать, что мы... что наша публика хочет. Мы должны их тщательно разделать, сегментировать, разделать и предложить им самое лучшее, то, что может предложить вообще сейчас в условиях, ну, как бы вот в этой ситуации. И третий, я бы коснулся образовательного процесса у теоретиков. Я, и, наверное, вообще все бы я взял факультеты, но теоретиков бы это особенно коснулось. Это возвращаясь к своему первому вопросу, почему теоретики так неохотно идут в музыкально-критическую, в арт-менеджерскую профессию, чтобы это было одной из дисциплин на протяжении всех 5 курсов. Чтобы это был курс полноценного арт-менеджмента у пианистов, потому что они, ну, как бы им надо заниматься действительно, но у них какой-то модуль факультативный бы был, а теоретики, которые бы не только бы знали, как из чего строятся кантаты, симфонии, и какие гармонии у Скрябина были и у Прокофьева, какая форма была, да, но они еще понимали, что должно быть что-то, что имеет отношение к жизни. Мы не можем вот как быть настолько консервативными, хоть и консерватория называется, да, у нас наше заведение, консерватория, оно само по себе такой негативный окрас имеет, что-то очень стабильное, что-то очень традиционное. Круто, когда есть традиции. Но там, где только традиции, это получается, мы ничего нового, мы поклоняемся чему-то, то, что не развивается, а там, где не развивается, ничего нового не растет. Хотя, конечно, если очень сильно хочется, можно и в асфальте прорасти, да, как цветочки прорастают. Так и происходит да. В итоге. Но это надо огромный энтузиазм, Лиса, иметь. Таким вот, как ты, например, заряженной. Но не у всех психики хватает к пятому курсу вообще просто не послать это все. Мы прекрасно знаем эти сломанные судьбы и то, как люди хотели стать кем-то одним, а пришлось вынужденно стать кем-то другим, потому что, ну, не подвернулось там что-то. Тоже здесь нельзя обвинять все вокруг, но... Тут очень длинно написала Василиса, сейчас прочитаем. Как можно сделать так, что мы больше обращали внимание на 20-21 век? Считается, что поколение следует опыту предыдущего века, а мы опираемся на 19-й по выходу из вуза. Да, ну, это тоже большая проблема, потому что у нас, ну, как бы не актуализированная история, мы досконально изучаем 19-й, 18-й, там, да, ФСИ, там вообще ковыряются в этой доборочной музыке. 19-й, 20-й, уже 21-й просто, он такой идет флером каким-то. А если еще учесть, что на всех континентах просто композиторы существовали, и на всех континентах есть концертная жизнь, Латинская Америка там, и Соединенные Штаты Америки, и Африка, мы вообще про нее ничего не знаем практически. У нас там сейчас что-то... выяснится, что еще на других планетах есть, а мы только на своем континенте еле-еле знаем.
Ну, слушай, Алис, если подытоживать вот эти, да, три вещи, которые ты сказал за актуализацию, мы немножечко засиделись. Это факт. Это факт, и это то, что в силах изменить, и действительно это то, что может руководство принять там к сведению, сделать, найти, и это бы могло бы сделать реально консерваторию центром. Не только образовательным, но и концертным. И тогда бы не приходилось метаться из одного конца в другой. Ну, это мое такое видение идеальное. Ну, а вот хорошо, дальше вот пройдемся. Хоть я и не люблю это сослагательное наклонение, но все же интересно вот строится наше рассуждение, как мне кажется. А вот если бы, опять же, перед тобой, да, вот с твоим багажом знаний поставили задачу, ну, вот сгенерировать какой-то новый формат, но вот уже опираясь на эти реалии, то есть на онлайн жизнь, ну, с каким-то минимальным, да, саппортом из реальности, потому что все мы понимаем, что прям совсем без реальности, наверное, музыка, ну, не совсем возможна. То есть в виде проекта, в виде, там, не знаю, там, секции, лекций каких-то, да любая, в принципе, фантазия здесь возможна. А что тебе приходит в голову? Вот чем бы тебе было интересно заниматься, зная вот наши минусы олдскульной жизни консерваторской, да, чтобы это было и современно, но чтобы все-таки это показывало вот ту оригинальную музыку, которая, ну, вот есть. Может быть, с каким-то разветвлением на более современные крылья. Ты знаешь, кстати, я думаю, что здесь все-таки в условиях реальности надо пользоваться мощностями, которые предполагают такие гиганты, типа как Яндекс, Яндекс Эфир, который запустил. Ты знаешь, да, сейчас, что они делают концерты онлайн, там у них и просветительская история есть, просветительское крыло, потому что классическая музыка, как никогда сейчас вообще музыканты академические, они нуждаются в поддержке, в информационной, потому что сейчас они сидят у своих компьютеров, у своих телефонов, они тыкают, и кто-то черным налетом покрывается депрессивным, и они не знают, что они будут делать дальше. Но, например, недавно я столкнулся, мне моя подруга скинула репетицию оркестра «Метрополитен», они все по Zoom репетировали. Алис, вот честно, странное ощущение возникает в связи с тем, что люди не видят друг друга, не чувствуют энергетики друг друга. Они, ты на выходе получаешь какое-то подобие непонятного... Ну, суррогат просто, суррогат. Да, ну, как бы давай называть своими именами. Это действительно суррогат, и даже прекрасно слаженное исполнение, ну, разделенные экраны, ты видишь, что один человек там в Австрии, а другой сидит там в Германии, но они синхронизированы, ты понимаешь, что вся суть вообще музыканта, как она вот испокон веков она складывалась, это непосредственный контакт рядом, что музыкант, слушатель, или как у тебя формат проекта, да, когда слушатели вообще просто на сцене рядом сидят, а они непосредственно участники этого процесса, ты понимаешь, что здесь вот сейчас эта изоляция, она это разрушила, она разрубила этот кнут, эту связь, это как пуповина младенца и матери, которая, ну вот у меня такие ассоциации происходят, и это действительно такое какое-то фатальное, я не знаю, испытание для нас, для музыкантов, для всех, это большой вызов, потому что даже если собираться вот так вот чисто онлайн, ну, это такое ощущение, что как будто ты находишься на репетиции. Ты пришел, подсмотрел репетицию. Я хочу сказать, что вот эти вот форматы, типа притолка с пустым залом, не будем называть, весь мир сейчас так делает, да? Ведущий выходит, о чем-то рассказывает, и выходят музыканты, кланяются в пустой зал, и у тебя все время ощущение, что как будто бы тебя немножечко обманывают, потому что ты пришел на репетицию, они все так классно играют, и все круто и замечательно, но никакой энергетики нету. Камера, когда даже ты смотришь в записи концерт с фестиваля, будь то рок-музыка, поп-музыка или классический концерт в большом зале или в зале филармонии, ты чувствуешь, когда приезжает артист большой, он с оркестром выступает, или там просто оркестр выступает, и вот этот энергообмен с залом существует. Да, да. Сейчас мы вынуждены, у нас нету этого, у нас остаются одни такие, у нас остаются только звуки, мы можем общаться и друг другу говорить что-то звуками, но я думаю, что это начало такой большой перформативной истории.
эпохи диджитал перформанса, который будет у нас сейчас постоянно на назойливых значках онлайн-эфиров, которые, да, атаковали сейчас нас всех, потому что мы находимся сейчас в цифровом пространстве, в соцсетях, в Фейсбуке или в Инстаграме, эти иконки с мигающим, пульсирующим значком того, что можно зайти. И это такая новая реальность, которую сейчас человек не был готов. И ты знаешь... Ты знаешь, не только человек не были готовы, на самом деле, платформы и системы, потому что хоть нам и говорили... Интернет вообще, пропускная способность просто упала. Да, да, конечно, трафик падает, вообще все это не выдерживает, трещит по швам. Это все понятно, что это никуда не годится, но ты знаешь, вот единственный плюс, который я могу здесь назвать, ну, наверное, такой маленький, потому что даже пусть это бочка дегтя, это совершенно очевидно, тут не надо открывать Америку, но ложечка меда в чем? Что... В общем-то, каждый музыкант, самый крутой исполнитель, который, дай бог, там зарабатывал своими концертами, ему не нужна была никакая другая деятельность, в общем-то, имеет возможность на этой паузе задуматься, что, а может быть, нужно еще так подсматривать, там, не знаю, сферу просветительства, заниматься своим контентом, медийной какой-то историей, которая, ну, абсолютно нормальная, то есть это не главенствующее, естественно, да, должно быть его деятельности там и жизни, но... общаться с аудиторией, да, как-то взаимодействовать, пытаться придумать все равно что-то новое, даже в таких сложных ситуациях, то есть как-то подключать голову, не только, ну, ремесло в самом лучшем смысле этого слова, да, потому что артист, он и есть артист, но просто, понимаешь, я заметила, что в нашей вот этой вот олдскульной московской традиции, русской традиции, что достаточно того, что ты хорошо играешь, все, как бы свободен, да, что называется, ну, в открытый космос. А вот за рубежом не так. Ты хороший исполнитель, замечательно. Что ты еще можешь? То есть вот эта вот многозадачность, мультитаскинг, ну, в известной степени, да, он привится. А у нас этого стыдятся. У нас как бы если нельзя. Ты занимаешься... Сейчас да, уже тут, сейчас время даже тебе так не позволит делать. Нельзя быть сейчас узконаправленным пианистом и сидеть и ждать, что тебя вот сейчас возьмут. Пригласят. Ну вот да, понимаешь, как бы должна быть защита от дурака, получается, срабатывать, потому что если реальность возвращается как бы в том виде, в котором она была, вопрос снимается автоматически, то есть как бы тут уже по желанию. А вот, а если он не до конца снимается, понимаешь, Саш? Слушай, как бы я... Алисочка, ты знаешь, ну тут как бы вот я сидел, думал по этому поводу, тут сюда вступают законы природы. Все, что сейчас происходит, я не склонен ни на какую там теорию заговора ссылаться, ничего. Я склонен думать про то, что природа настолько мудра, настолько она заботится о том, чтобы не произошло чего-то худшего, то, что вот сейчас произошло, и по цепочке мы стали жертвами того, чтобы там многие сидят без работы, остались. И это знак к тому, чтобы человек развивался, расширял свои границы профессиональные. Я услышал впервые как бы высказывание, когда ездил, защищался к своему диплому на одной из конференций в Казани. Напишет, выживает сильнейший, ты напугал людей. Я думаю, я не буду скрывать, я выскажу свою действительно точку зрения. Выживет самый приспособленный, это факт. И музыканты, которые приспособлены, таких очень много, и таких огромное количество. Вот Ксюша Рычкова не так давно написала про то, что появятся онлайн-оркестры. Да, это уже сейчас более чем реальность, это правда. И все, что сейчас становится онлайн, мы будем вынуждены привыкать к этой реальности, пока нам не разрешат вместе собираться всем, чтобы мы могли, как знаешь, как в 9-й симфонии у Бетховена, объединяйтесь миллион, обнимитесь братья, да, и я думаю, что, наверное, это будет действительно такой мировой праздник, когда мы действительно сможем это все сделать. На самом деле, расширяйте свои границы, расширяйте свои свой творческий горизонт, потому что кто был только исполнителем, займитесь изучением более доскональным произведения, которое вы играете, и то, что ты сказала про просветительство. Мы с моей подругой, которая уехала в Швейцарию, ну, как подруга, хорошая знакомая, мы с ней учились, виолончелистка, она уехала в Швейцарию сейчас, и мы вот с ней тоже разговаривали по поводу того, что вот эти все онлайн-трансляции, это все консервы, и интересно, и кажется, что на какой-то попал на репетицию. Она говорит, что очень важно вот это вот участие исполнителя, чтобы он говорил, рассказывал о
о себе в контексте этого произведения. То есть он себя как какую-то медийную личность в контексте того, что он исполняет, то, что он преподносит публике, он себя актуализировал. Я надеюсь, понятно, что я говорю. То есть как бы он в контексте этой музыки. Когда раньше он был, когда музыка была в контексте сцены какого-то зала, а теперь сейчас, мне кажется, все сомкнется на человечность, на, как бы на человеческой личности, реально. Потому что сейчас будет исполнитель в контексте того, что он как, в контексте своего искусства. Такой, знаешь, если философский, то это солипсизм прям такой жуткий будет. И не могу не порекомендовать, пользуясь последними минутами нашего эфира. А что, уже последние, да? Ну, смотри, 0.55 вообще уже, получается, у тебя же час, по-моему, да? Или... А, то-то ты ускорился, я думаю, что такое? Нет, просто про... К прочтению Эйн Рэнд «Источник» книга. Я не знаю, читал ты или нет, это автор «Атланта». Я не читала, но ты мне советовал, теперь остается только заказать ее на Озоне, ты понимаешь? Слушайте, ну вот там вот про всех тех, кто спрашивает, что делать, и как тяжело быть верным себе в самых-самых тяжелых ситуациях, там про творческого человека, про творческий эгоизм. Там очень много такой очень тяжелой истории, наверное, и кто-то может не принять, но почитать, наверное, стоит все-таки. Вот сейчас, в условиях, когда освободилось время, может быть, это кому-то еще даст новой пищи для того, что можно сделать. В общем, ты знаешь, на самом деле, ты права по поводу вот этих вот образовательных вещей, но сейчас возникнет огромная конкуренция между ними, кто круче сделает какой. Сейчас время уникального контента наступит. Хлам, весь контент хлам, он будет просто сливаться. Ну, ты знаешь, я как бы смотрю, ну, то есть, опять же, да, тут как бы есть определенный в известной степени мониторинг и как бы просто осознание того, что тебе интересно. Мне кажется, что все бьют, в принципе, ну, плюс-минус в одну и ту же точку, которую, кстати говоря, ну, я не считаю привлекательными некоторые вещи, которые я вижу в сети. Я не могу говорить обо всем, это всего лишь мое мнение, но, по крайней мере, ты знаешь, вот мне кажется, до оригинального контента в сети, в том числе, что называется, нужно созреть. Потому что, знаешь, вот так вот из-под тишка просто сказать, вот сейчас я запускаю там свою онлайн-школу, это никому не надо. Конечно, мне это не надо. Никакого выхлопа, да, и к тому же, ты знаешь, вот мне жалко даже детей в этом контексте. Потому что, вот представьте, люди даже, которые дети, которые занимались, да, музыкой, ну, в офлайне, скажем так, они представляют себе вообще материал, а те, которые, допустим, захотят начать именно в этом году, но они просто не смогут этого сделать, потому что я считаю, что те музыканты, которые говорят, давайте мы с вами позанимаемся прямо онлайн, как бы там в 4 годика, ну, это какое-то шарлатанство немножко. Ну, у меня такое ощущение. Ты права. Я не знаю, все люди, с которыми я тоже переговариваю там про уроки онлайн, они тоже говорят, как важно пианисту, например, да, ну, показать, как рукой. Ну, нет, а то, типа, понимаешь, даже вот хорошо, вот можно пойти на уступку, когда ты человеком занимался, да, и как бы вы продолжаете обучение. Ну, вот такая ситуация, да, вот, ну, представим, что там я в поездке, а ученик там сидит в Москве, и вот надо вот просто вот так вот позаниматься. Это один вопрос, когда человек подготовлен, когда это маленькие совсем дети, и с ними там я уже видела онлайн-курс, там мы научим вас работать вот там прямо дома в 4 года. Ну как? Ну как это возможно? Вы там сидите на горшке, да, мы вас все равно научим. Я не знаю. Нет, Алиса, знаешь, обожает твой юмор. Меня это улыбает, честно. Меня это очень сильно улыбает и восхищает, что ли, есть такие грамотные копирайтеры и маркетологи. Вот, кстати говоря, на последних секундах буквально тебя спрошу, как ты считаешь, вот насколько музыкантам нужно вообще, в принципе, обладать искусством копирайтинга? Нужно. Реально. Нужно. Хотя бы CV свой написать, да, грамотный. Извини, Алиса, я просто как редактор знаю, какие CV присылают нам на фестивале. Ой, расскажи. Когда ты просто знаешь, когда тебе присылают, что обучался в школе номер такой-то, такой-то, и люблю слушать Земфиру, это композиторы присылают в биографиях. Люблю слушать Земфиру, и иногда другие рок-группы. Ну, ты знаешь, еще как бы помимо того, что они там что пишут, они это надо видеть, как это пишут. Это настолько... Как про злейшего врага. Я знаю, мне тоже присылают влог такой. Ну, ты же знаешь, когда тебе... Когда ты эти программки составляешь. Я такое не принимаю просто. Эти люди просто не принимают участие потом в проекте. А еще я обожаю, когда в тело письма бросают фотографии, такое в зерно. 2 килобайта.
Алиса, о! господи, это просто вот... это вообще, конечно, у нас всегда из-за этого стычки, скандалы. Я просто даже не отвечаю. То есть там прошу ребят связаться с этими людьми, которые прислали, потому что говорят, ну что это такое, ребят, ну нельзя так не уважать. Обязательно музыкантам надо писать, обязательно музыкантам надо учиться себя позиционировать. И это все вот в силах сделал, чтобы наша консерватория это могла сделать. Может быть, это ЦМШ могло бы подхватить, это среднее звено, оно очень важное на самом деле. Я почему-то очень много вспоминаю сейчас из колледжевских времен, что знаний там остается больше, пока вот эта вот психика наша мягкая, 18-летняя, там, ну кто в ЦМШ, там вообще же малюпуськи учатся, приходят, и если им все это давать не, ну, туда... Малюпуськи до 14 лет, они как бы не в семешке, там, они занимаются только фортепиано. Ты знаешь, это все зависит от уровня осознанности, наверное. Мне кажется, те, которые такие понимают, почему они тут и почему здесь, такие тоже же есть дети. Ну, есть такие, да, но я считаю, что нужно делать ставку все-таки на 16-17 лет, то есть, получается, 10-11 класс, последние 2 года колледжа, когда прям голова, знаешь, такая в зените славы, я бы сказала. В эту голову можно обгружать просто килограммы. Обязательно. Причем уметь писать о себе по-разному для разных проектов, это тоже, извини, я должен уметь исполнить. Ну, то есть мы возвращаемся к тому, что сейчас хорошая тема, время для того, чтобы вкладывать в себя. То есть, конечно, прокачать свои все скиллы полностью. Прошло время просто, что вы принцессы, или вы просто пианист, который очень хорошо играет, или вы просто классный. Камон, ребята, таких просто классных миллион. Вообще во всем мире. Очень классных, крутых, и они все Саша, сидят и ждут. Я боюсь, что просто люди сейчас находятся дома в неадекватном состоянии, они могут, в принципе, выйти в окно. Нет, это к тому, что, ребята, не унывайте. Да, просто... да. Это время нужно для того, чтобы вы в себя еще могли что-то влить. Все у нас. 23 секундочки, у нас есть время для того, чтобы... Пожелать всем доброй ночи, Midnight Love. Доброй ночи и спасибо большое всем за участие. Там спрашивали про курсы и про книгу. Значит, курсы. Куда тебе скинуть? Ты опубликуешь это? Ну, давай, ты мне скидывай, я опубликую себя в стори, ребят. Мы вас не оставим. Саш, ты тоже можешь себя зайти в стори. Подписывайтесь на Александра Шляхова. Было круто, Саша. Спасибо тебе. Спасибо вам.